Привет, друзья! Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником разгрома фашизма. И как говорил мой любимый Юлиус Фучик, люди, я любил вас, будьте бдительны. И еще он говорил, нет силы, которая удержала бы этот строй, кроме вашей слепоты. И еще он говорил, герой, человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества. Да, великий Юлиус Фучик, вечные слова. Мой папа Магомед Алиевич пошел на фронт в 19 лет из горного селения Батлаевич Хунзасского района Республики Дагестан. Добровольцем в 19 лет, дошел до Берлина и дальше, вернулся капитаном, весь в наградах, и всегда он готовился к этому празднику, как к самому святому празднику. Да, готовился очень торжественно, и мы все смотрели на его медали, ордена, как он готовится, как он идет на парад. Да, я очень горжусь своим отцом и всеми отцами, которые воевали, они-то лучше нас знают цену победы. Да. И вас всех, друзья, поздравляю с Днем Победы, и пускай фашизм никогда не возродится, и мы всегда будем героями, чтобы побеждать вот это все негативное, это зло, которое и сейчас распространяется у нас на планете. Будем героями, друзья. Человек отличается от животных тем, что он способен создавать идеалы. Человек – это чело, направленное в век, он думает о будущем и готов сражаться за этим. Помните, у Войнича написано, лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них в бой. Кто каждый день идет за них в бой. Да, никуда не денешься. Времена меняются, а борцом за мир надо быть. Развивать в человеке человечность. Да-да, чем мы, собственно говоря, в нашей школе «Человек будущего» и занимаемся. До встречи, друзья!